Стараются сделать так, чтобы было безденежье, болезни, одиночество. Вот смотрите, какая красота. Впечатляюще, да? Представляете, на что способны наши сограждане в порыве своей зависти, ненависти. Когда другому человеку хорошо, им плохо. Поэтому они делают порчи, пытаясь разрушить основные сферы жизни. Основные сферы жизни – это здоровье, это личная жизнь. И это финансовая составляющая. Вот смотрите, что творится.